как обучать квалифицированные управленческие кадры и грамотно распределять бюджет. Все это и многое другое обсудили на международной научной конференции, которая прошла в регионе в рамках Курско-Каринской ярмарки и второго среднерусского экономического форума. Третий год на базе Курской академии госслужбы собираются ученые и практики страны ближнего и дальнего зарубежья, представители различных структур государственного и муниципального управления, бизнеса и гражданского общества. В этот раз их объединила тема «Развитие государственного управления в России, Украине и Белоруссии». Мы надеемся получить какую-то новую интересную информацию по поводу и в том числе и строительства государственной службы, муниципальной службы. Что-то можно будет у нас внедрить. Тема для обсуждения очень интересная и важная для нас, и для наших партнеров, потому что в конференции принимают участие сегодня представители высших учебных заведений из Украины, Беларуси и России. И тема, которая посвящена сегодня развитию государственного управления, развитию государственной гражданской службы. Эти проблемы важны сегодня не только для нашей страны и нашего Курского региона, но и для наших партнеров. Участники конференции сошлись в едином мнении, что достичь достойного качества жизни каждого члена общества в любой стране можно только лишь за счет правильной и рациональной организации управления. Над этим сегодня работают ученые, историки, успешные и грамотные управленцы. Они предлагают свои проекты, делятся опытом. Итогом дискуссий на конференции станут совместные монографии, которые издадут на трех языках – английском, русском и украинском. С фундаментальным трудом ознакомят научное сообщество Европы.